Первый шаг к возрождению утраченных традиций сделан. В Самаре открыли школу для подготовки парашютистов. Она является уникальной и пока не имеет аналогов в России. Ведь дети, которые придут заниматься одним из самых зрелищных и захватывающих видов спорта, будут учиться абсолютно бесплатно. Мальчишек и девчонок в возрасте от 14 до 16 лет будут готовить опытные наставники с мировой известностью. Юные спортсмены должны обладать хорошей физической подготовкой и крепким здоровьем. Безопасность превыше всего, естественно. Поэтому прежде всего особое внимание будет уделено подготовке теоретической, то есть изучению материальной части, пользованию этой материальной частью и действиям в особых случаях, которые могут случиться при прыжках с парашютом. Воспитанников и выпускников школы будут зачислять в резерв столичной команды Центрального спортивного клуба армии. Для этого в Самаре созданы все условия. Материальная база, авиационная техника, площадка для десантирования и многое другое. База прекрасна, один из лучших аэроклубов в стране. Здесь чемпионами мира вертолетчики, прекрасные летчики, экипажи. Вся есть составляющая. Вертолеты, парашюты, не хватало только детей. Ну и, конечно, решение создать. Надеюсь, созданием спортивной школы эти традиции будут продолжены. И от начальной подготовки, с которой мы сейчас начинаем в нашей спортивной школе, мы придем к победам на чемпионатах мира. И наши воспитанники будут прославлять не только российский спорт, но и, соответственно, нашу губернию на международной арене. Первые ученики, которых примут в школу, смогут совершить пробный прыжок с парашютом уже в 2021 году. Сейчас преподаватели планируют взять на обучение более 30 детей. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События.